В Нижнем Новгороде состоялся второй открытый межрегиональный форум прокуратур Приволжского федерального округа. Участие в нем приняли и руководители ряда субъектов ПФО, администрации городов. Сегодня больше внимания стало уделяться сбору и анализу информации о реализации программ в сфере благоустройства, вопросам взаимодействия органов муниципальной и государственной власти. Поводы для вмешательства правоохранительных органов – непринятие органами местного самоуправления мер по организации уборки улиц, дорог, сбору и вывозу бытовых отходов, ликвидации несанкционированных свалок. Вместе с тем, во многих регионах нашего округа накоплен солидный опыт работы по благоустройству территорий, подчеркнул заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев. Глава Чувашии Михаил Игнатьев рассказал об опыте участия в федеральной программе формирования комфортной среды, о благоустройстве, инициативном бюджетировании, о повышении экологической безопасности за счет использования новых технологий, утилизации твердых коммунальных отходов. Конструктивное взаимодействие с органами прокуратуры, принимая меры прокурорского реагирования, работая взаимодействие с органами государственной власти, с органами местного самоуправления, мы последние годы добиваемся существенных результатов. Вот это очень значимо. В отдельных случаях меры прокурорского реагирования очень дают хороший результат. Подробнее о работе форума мы расскажем в понедельник в программе «Республика».